Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Василий, и добро пожаловать в очередной выпуск по игре Rayman Legends! Итак, что же нас сегодня ждет? А нас ждут новые полеты и очередной новый мир, полный различных испытаний. Так, отлично, поймали! Так, понятно, будет мушка. А она будет поднимать нам разные ящики, значит, сейчас опять будем путаться в кнопках. И опять я, наверное, нифига не соберу, но посмотрим. Не будем загадывать заранее, не будем настраивать себя на негатив. Я, кстати, вижу монетку, спрятанную за листиком слева. Вы ее уже заметили? Вот она, смотрите. Ха! Да, меня так легко не проведешь. Надо сейчас, опять же, еще я вижу еще одну дверцу, которая скрыта от меня. Вот она. Отлично. А тут у нас дверь к первому скрытому малютке. Давайте собирать его. Так. Опа-на! Собрали. Прекрасно. Это было легко с первой попытки и без проблем. Супер. Так, продолжим движение. Что нас ждет впереди? Так, теперь нас будет засасывать вот так. Так, понятно, бьем там, чтобы эта штука превратилась из смерти... Оу! Очередной злый день, которого нужно отправить на Луну и навешать ему. Нет, Rayman, принцесса не в этом замке. Да, знакомая песня, конечно. Так, а как бы нам наверх забраться? Вот меня это интригует. А, кстати, обратите внимание, наверху скрыт дополнительный маршрут. Вот так это надо сделать. Просто усиленно прыгнуть на платформу, и нас перенесет туда. Отлично. Оу, вот этот механизм. Прикольно. Мы его сейчас будем вращать прямо в процессе перемещения по нему. Это круто. Это реально круто. Все, супер, отлично сделано. Сам себя не похвалишь, в конце концов. Так, прекрасно. Продолжаем. Теперь можно заняться и спасением принцессы. В конце концов, знаете, за принцессу нам ничего в статистике не прибавится. А вот за малюток и вот этих всех ребят еще как. Так что собираем, я сказал. Вот так. Так, бьем. Ох, вот эта миллиметровка. Вот это сейчас был, однако, удар по кнопкам. Ну ладно, джойстики делаются, в конце концов, с запасом под такие ситуации. Запрыгиваем. Супер. Отлично. Взлетаем. Блин, одного пропустили. Ладно, мы это переживем. Ой. Давайте тут еще раз запрыгнем. Вот так сделаем. О, отлично. Супер. Так, а я вижу монету. Слушайте, вот я их уже замечаю, как будто они не спрятаны. Возможно, я реально чуть-чуть подзабыл игру. Возможно, у меня в процессе того, как мы начали записывать вместе с вами и проходить игру, возможно, всплыло какое-то воспоминание, но... Блин, реально. Мне уже не кажется, что эти вещи как-то спрятаны, в принципе. Они так лежат на поверхности. Хотя, знаете, вот сейчас я это сказал, и теперь я чувствую по закону подлости, я начну все подряд пропускать. Так, монетку берем. Вот это миллиметровочка, конечно. Особенно, знаете, с учетом того, что в процессе полета так вот достаточно серьезная инерция появляется. Да, и мешает реагировать быстро. Да, мы все еще позади. Время спрыгнуть. Сама себя спасла. Господи, как всегда, Rayman ничего не сделал. Он просто бежал на фоне и собирал малюток и люмов. Да, пригрози ему, пригрози. Отлично. Супер! Всех собрали. Так, но хватило ли нам при этом люмов? 608. Прекрасно, даже 8 запаса набрали. Супер, по-моему, это идеальный результат. Ребят, было очень прикольно сейчас побегать. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И в третий раз за сегодняшние 3 выпуска, напоминаю, если вы смотрите потом, то да, выпуски выходили по 3 штуки, выходят по 3 штуки. Напоминаю, что у нас в описании доступны все ссылки на соцсети, где можно продолжить общение, обсудить с нами что-то, узнать о новых видео, ну и в целом увидеть всякий разный прикольный контент, чтобы
Z85 был для вас не только на Ютубе, но и в любимом каком-то другом пространстве, будь то социальная сеть, чат или что-то еще. Так что, ребят, заходите, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и большое спасибо за просмотр. До следующего раза и пока!